20 травня, понеділок, традиційне звання з військовим експертом, полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю всім здоров'я. Окрім тральщика, якого вчора було ліквідовано, Чорноморського флоту Російської Федерації, розмір повідомляють наступне, що було також влучання по носію калібрів МРК «Циркон». Він затоплений двома балістичними ракетами «Атакамс». Будь ласка, наших глядачів, хочу, аби ви подякували, поставили лайк, і більше людей побачили ці влучання і роботу наших оборонців. Звичайно, коментуйте і підписуйтесь на YouTube-канал. Пане Романе, от, власне, про ракети «Атакамс» і по влучанню по Чорноморському флоту Російської Федерації. Що каже видання Forbes? Що насправді, можливо, Україна отримала ракети з суббоєприпасами «Атакамс», і вони значно точніші, ніж навіть думали експерти західні. Есть три вида ракет «Атакамс», которые мы можем сейчас вот получить из новых. Есть старый вид, не старый, а тот, который нам давали в прошлом году. Ракета М-39, 100-мильная ракета, кассетный боеприпас, 975 суббоеприпасов, М-74, но она идет на 165 километров. Она до Севастополя не достанет. Так как на Севастополь заходила баллистика, причем в больших количествах, скорее всего, это уже новая ракета, а их три вида есть, основных, по крайней мере. Это М-39А1, в принципе, такой же кассетник, как и М-39, 100-мильный, но только там дальность 300 километров, то есть она дойдет до Севастополя, и кассетные боеприпасы, там 275 суббоеприпасов, М-74 в три раза меньше. Но это все-таки воздушный подрыв. То есть, по большому счету, задача этих суббоеприпасов – нанести поражение площади, а не точечно, допустим, затопить корабль. Да, можно повредить авиационную технику, может быть, ПВО противника, личный состав, но корабль им сильно не посечешь. А для того, чтобы корабль затопить, скорее всего, использовались ракеты «Атакамс» М-48 или М-107. Мы об этом уже говорили. То есть это тоже те же 300-километровые ракеты, только это осколочно-фугасный боезаряд 225 килограмм, который заходит на цель, естественно, непосредственно под уничтожение самой цели. КВО, круговое вероятное отклонение этих боеприпасов, там несколько метров. То есть, по большому счету, им попасть в корабль проблем больших нет. И вот, скорее всего, работа именно этих, или М-48, или М-107 атакамсов привела к затоплению российского, это последнего уже в Крыму, на ракетоносителя, это последний в Крыму, но надо еще подождать все-таки подтверждение, потому что его найти не могут, но это не значит, что он на 100%, что он затоплен. То есть в ближайшее время будет подтверждение одной или другой версии. Ну, власне, так. Це кажуть, нагадаю, їхні засоби масової інформації, так звані. Пане Романе, по вчорашньому удару по Кущевському аеродрому в Краснодарському краї повідомляється наступне, що це Служба безпеки України дрони використовувала, і що на цьому аеродромі, насправді, в той момент була велика кількість, десятки літаків Су-34, Су-35, Су-27 і Міг-29. І це може бути серйозні дуже наслідки для авіації ворога. Это учебно-боевая база, которую используют россияне сейчас в качестве оперативного аэродрома. То есть там помимо Л-39, на которых курсанты учатся, туда сели несколько эскадрильей, которые были переброшены из Крыма, когда были удары там по САКам, по Бельбеку, именно туда перебросили. Действительно, там Су-34 было пару эскадрилей, это около 24 самолетов, Су-27, Су-30, то есть они эту базу напичкали как селедок в бочку. Вот. Потому выход туда беспилотников, конечно, нанес серьезные потери. Опять же, в ближайшее время будет подтверждение этих ударов по выводу из строя самолетов российских. Именно оттуда, вот это 250 километров, ну, в среднем до 300 километров от линии боевого соприкосновения, это оптимальное расстояние для работы тех же Су-34. Они оттуда поднимают КАБы российские. Там, кстати, расположено большое количество, то есть склады КАБов 500-ок, и систем управления, там они и собирают, то есть ФАП, ФАП-500,
выполняют определенные действия по прикреплению этих управляющих поверхностей. И дальше это уже получается корректируемая авиационная бомба К-500. То есть вот и Су-34 отсюда, именно с этой точки, забрасывают этими КАБами, поднимаются и южное направление, Запорожский фронт, и Донецкое направление. То есть это один из основных тех аэродромов, которые сейчас надо держать под постоянным огневым контролем. Вот служба безопасности этим занимается, естественно, вооруженные силы Украины помогают, но надо постоять, опять же, масштабирование, мы уже сколько раз об этом говорили, то есть эти удары должны быть не двумя-тремя дронами, если это дрон, то там должно быть как минимум несколько десятков дронов, когда они реально нанесут поражение именно подвижному составу российского. Пане Романе, також суботингові знімки продемонстрували, що третину своєї авіації, серед яких і тушки, Росія перекинула на аеродром Оленя. І експерти кажуть наступне, що це означає, що Путін і Кремль бояться нових ударів дронів, і їм немає особливо чим серйозно захищати свою авіацію на військових аеродромах. Ну, дело в том, что у них, в принципе, только есть три таких основных площадки, где стратегии могут собираться. Это аэродромы на Дальнем Востоке, в Энгельсе, тот, до которого мы достаем 600 километров, и Оленя. Оленя там под Кольским полуостровом. Туда вроде бы как 1500 километров, но тем не менее мы можем достать 1500 плюс определенные еще подлетное время, то есть можно, в принципе, до Олени достать с помощью беспилотников наших, но это надо, там определенный маршрут напрямую не получится, то есть это беспилотник должен идти где-то 2-2500 километров, чтобы по маршруту обойти основные системы противовоздушной обороны, потому туда тоже можно достать, но, скорее всего, в ближайшее время, как только поставим на поток беспилотники с дальностью 2500 километров. Вот они туда сейчас, на данный момент, туда перебросили. Из Дальнего Востока туда, кстати, зашли тушки. Но это может быть не только из-за боязни ударов. Скорее всего, идет определенная подготовка к ракетному удару. Потому надо быть очень аккуратным и постоянно отслеживать перемещение этих тушек. Там, получается, эскадрилья Ту-95-х 12 самолетов, эскадрилья Ту-160-х, то есть это, вернее, эскадрилья Ту-22М3, там 13 самолетов, и Ту-160-е. То есть собирают серьезную такую ударную позицию, а ну уже куда они ее двинут, это вопрос, но в том, что готовятся, так это точно. Пане Романе, і щодо харківського напрямку, що відомо, в першу чергу військовий експерт, ми з вами про нього згадували, Костянтин Машовець, який має більше даних, ніж в відкритих джерелах, каже наступне, що насправді зараз ситуація з Північним фронтом, новим так званим фронтом, більше проблем в росіян, тому що тепер їм потрібні резерви, аби втілювати задумане, просуватися в бік Вовчанська, Липці в напрямку Харкова, і взагалі задається питанням доцільності і правильності цієї операції. А Sky News каже наступне, що виявляється, за кілька днів до 10 травня, тобто в 5 ранку 10 травня росіяни розпочали атакувальні дії в напрямку Вовчанське-Липців, каже, що наш генштаб таємно перекинув резерви на цей напрямок. І навіть Sky News каже, що говорили з бійцями з Куп'янського напрямку, каже, що вони вже били танки і живу силу противника ще до початку наступальних дій ворога на Харківщині. За три дня до наступательных действий россиян, за три дня буквально, так как Главное управление разведки имело все практически данные по планированию, была переброшена 92-я бригада. Мы просто о ней неоднократно говорили, потому знаем, за три дня была переброшена с Часовьяра туда под Харьков, прикрыла Харьков на линии обороны, на основной, и 92-я плюс там несколько еще бригад, 42-я подтянулась, были переброшены и выполнили задачу, остановили россиян на этой линии. Основная линия обороны, она где-то в глубине от 7 до 12 километров, в зависимости от рельефа местности, она была отстроена, причем это та линия, которую отстраивали именно войска поддержки, инженерные войска наши, так называемые. Все остальные линии, которые
пытались склеить, слепить областные организации, гражданские и так далее и тому подобное, они непригодны для выполнения боевых задач. Лучше, чем военные, для себя никто не построит. Потому сейчас надо принимать решение вообще по этой идее строительства гражданскими, строительства оборонных фортификационных сооружений. Они далеки от понимания процессов. Причем иногда их надо корректировать уже в зависимости от исхода боев или от определенных плановых мероприятий. И лучше, чем военные фортификации, никто не построит в этом смысле, потому надо прекращать эту практику подключения гражданских именно вот к этим задачам фортификационным, а перенаправлять финансы под военные структуры. Именно вот здесь, только по этой позиции. Гражданские структуры можно подключать для выполнения задач тыловых, всех тыловых, а фронтальные здесь лучше пусть работают именно вояки, они в этом смысле лучше разбираются. Поэтому эта тема, ну, сейчас, по крайней мере, она понятна, удержали, а теперь вопрос по самой идее. Да ничего и не было бы. У россиян не было там резерва. Мы с вами полтора месяца об этом говорили. Не пойдут они на Харьков, им нечем идти. До Харькова они не доберутся, там до Харькова могут только уши докатиться. Так как без резервов никакие наступательные действия широкомасштабные их никто не планирует. Эти все операции, которые сейчас проводятся, это так называемые беспокоящие операции для того, чтобы связать наши войска. Они могут быть вдоль всей 600-километровой линии границы между Украиной и Россией, которая почему-то на 10-й год войны еще до сих пор не линия боевого соприкосновения. Ни у кого не вызывает вопроса, а как и так, мы тут воюем, а тут не воюем. Вот здесь читаем, а здесь рыбу заворачивали. То есть какой-то такой договорная какая-то война получается. 400 километров фронта по Донбассу мы воюем, а 600 километров границы торгуем. Уже 10-й год, все еще торгуем, только чем, только непонятно. Кто-то торгует личностью, кто-то мордой лица, кто-то еще чем-то торгует. А реально это должна быть граница, вдоль границы линия боевого соприкосновения. Понятно, не на самой границе, потому что не отстроишь на границе, противник не даст. В глубину где-то 10 километров отстраивается линия обороны, фортификации и так далее, и тому подобное. Разворачиваются и войска, и удерживается уже граница с помощью как раз этих фортификаций. По-другому просто не будет. Людей надо отселять, надо создавать систему противовоздушной обороны, разворачивать. Это целые процессы, которые надо было еще 10 лет назад запускать. Еще раз повторюсь, не торговать, как Порошенко торговал с Россией, а разворачивать фронт. Вот он сейчас разворачивается только уже со стороны России. Тоже это надо понимать. То есть война – это математика, все это считается. Машовец правильно говорит, что у россиян сейчас будет. Да не будет у них проблемы. Они не собираются там наступать, нечем наступать, резервов нет. То есть вот эти беспокоящие операции, они в этой серой зоне будут болтаться, как мусор в проруби под ударами наших войск и наших беспилотников. Сейчас развернутся войска, сейчас потянутся туда средства поражения. Мы начнем выжигать их, это будет такой 70 там, или максимум 100-километровый по ширине полигон для уничтожения россиян. Вы же видели, мы вчера, по-моему, видео показывали, как работают наши GLSDB или GDAM, неважно, но работают по местам компактного сосредоточения личного состава. То есть в таком режиме будем продолжать. И это, еще раз повторюсь, это может быть вдоль всей 600-километровой линии границы, вплоть до Сум и до Черниговщины. Это надо уже понимать сейчас. И все эти, где недоделанные фортификационные сооружения, их надо доделывать, разворачивать, но лучше это, чтобы делали военные. Ну и, естественно, не забывать за минные поля и за отселение гражданского населения. В глубину, ну как минимум до линии боевого соприкосновения, а реально 30-километровая ширина от линии границы должна быть полностью эвакуирована, причем уже включая механизмы принудительной эвакуации, потому что мешают гражданские, мешают военным выполнять свои
свои задачи и свои функции. Здесь уже деваться некуда. Вот у нас такой лет НАСТО, у нас такой, так сказать, сосед. Развалится Россия там на сколько-то государств, не развалится быстро, ну она однозначно развалится, пусть там за 10 лет она будет валиться, еще лет 100, пока 3-4 поколения не перемрут в России, пока у них из психоматрицы дурь не такая имперская не выветрится, у нас вот эти 1000 километров фронта с построссийскими государствами. Это 1000 километров границ, это будет 1000 километров фронта. Их надо будет держать, потому есть смысл сейчас и оборудовать. Пане Романе, до речі, ви згадали про GLSDB. В нас, знову ж таки, в останні дні дуже багато є відеопідтверджень використання цієї зброї. Парасковіївка і командний пункт ворога є влучання саме на кадрах видно не одне використання ракет GLSDB. От командний пункт і прильоти, відповідно, по окупантам. Я так розумію, що в нас з'явилося достатньо цієї зброї, та не тільки цієї. Бо це от ми б'ємо на Корахівському напрямку, так, Парасковіївка. От є чітко і добре видно, як вони влучають. Тут вопрос, GLSDB или, допустим, это GDAMA. Uh-huh. Дело в том, что GLSDB – это все-таки ракета для «Хаймерсов». Ну, не ракета, ну, это сборная ракета такая гибридная. Стартовая – это ракета от М-26, а сама по себе ударная часть – это планирующая авиабомба GBU-39. 90 килограмм боевой части. У нее просто дальность 150 километров. На Парасковиевку ее тратить, честно сказать, ну, лучше бы этого не делать. 150 километров она достанет до любой точки, а это ж «Хаймерс». То есть подошли, выстрелили, она ушла на дальность 150 километров. А «Парасковиевка» — это линия боевого соприкосновения, причем сейчас россияне именно через «Парасковиевку» пытаются выйти на Константиновку. Только это Константиновка, которая между Угледаром и Марьинкой. Mm-hmm. Вот они прошли Новомихайловку, сейчас «Парасковиевки» пытаются, да, вот этот вот выступ. И потому, допустим, GLSDB бить по линии боевого соприкосновения, ну, точно не стоит. Я думаю, это работали либо GDAM, GDAM можно, да, сбросить с дальности где-то под километров под 70 с самолета, но опять же, самолет подняться должен на километров на 10. Либо это те же, есть у нас планирующие авиабомбы, которые также можно их использовать именно по этим граничным, по вдоль границы, вдоль линии боевого соприкосновения. Но точность, конечно, отличная. Мы видели и удар по Волчанску, по месту компактного нахождения россиян. Тоже точность там КВО несколько метров, то есть это такой серьезный показатель, и здесь также точность поражает. И вот, скорее всего, наши американские друзья настроили систему управления этими авиационными бомбами или ракетами, как угодно их можно называть, систему настроили до такой степени, что на нее не влияет радиоэлектронная борьба противника. То есть раньше в свое время когда-то даже GLSDB забирали у нас где-то на полгода, пока отстраивали эту систему. РЭП россиян довольно-таки успешно боролся с наведением. А сейчас мы видим, вопрос решили. Вот чем, кстати, важны вот такие действия военные, в том числе для наших партнеров. Они тоже учат, они отстраиваются против своего противника, находят механизмы, как противодействовать российским мудростям, і ми бачимо результат. Пане Романе, не можемо не згадати про те, що розбився гелікоптер президента Ірану Раїсі, а ми прекрасно знаємо, що Іран – це є вірний соратник, найвірніший соратник Росії у війні проти України. Як ви вважаєте, як це може все вплинути, чи це ну просто загибель чиновника і все? Ну, слишком много вопросов, кстати. Во-первых, откуда он летел? А летел он из Азербайджана. Они-то вместе с Алиевым открывали сеть гидросооружений на реке в Азербайджане. То есть великий друг Азербайджана, как оказалось, Иран. Раз они там вместе что-то где-то открывали. Потому здесь большой вопрос, сколько вот мы говорили по поводу Турции, Азербайджана в том числе, ну как-то так, друзья,
Ну, Восток — дело тонкое, вопросов нет. Здесь они и нашим, и вашим, они пытаются со всеми дружить, со всеми, вернее, не так, чтобы дружить, а чтобы заработать. То есть везде успеют, наш пострел везде поспел. И здесь он тоже поспел. Но я не думаю, что прям президент Азербайджана до такой степени любит Украину, что врага Украины отправил на тот свет. Ну, это так, в режиме шутки. А вот реально, конечно, президент Ирана, без него, без его разрешают, точно не получили бы россияне шахеды. И ракеты, и вооружение, то есть это он отвечает как раз за передачу этого смертоносного груза, от которого погибли тысячи украинцев, причем и военных, и гражданских. Непосредственно этот человек, президент Ирана, ответственен за смерти украинцев. Потому закон кармы, мы уже неоднократно об этом говорили, карма настигает всех этих товарищей, в кавычках, которые причастны к геноциду украинского народа. Там, тем более, находились в вертушке, находился еще один из представителей с стражей корпуса революции, которая точно уже непосредственно за передачу военных объектов России отвечала. Потому что здесь сказать? Ну, Аллаху виднее. Раз забрал, и раз забрал вот так, ну, значит, дальше он там разберется, что с ними делать. Пане Романе, от оперативна інформація є від джерел наступна по Криму, що Росія почала евакуювати особовий склад з Джанкоя, аеродрому військового, і передислоковувати, і модернізовувати аеродроми біля Керчі, в тому числі аеродром Кіровської, отакий поблизу є Керченського мосту, і загалом будує оглядові вишки ледь не кожних 500 метрів. Це можемо ми назвати панікою в Російській Федерації на нашому півострові? Із Джанкої, із Більбека, із САК перебрасується авіація, зараз поки на Кущевську. Чому там і удари йдуть, і зараз вже зачастили наші безпілотники? И там расположено несколько эскадрилей, именно в Кущевской расположили несколько эскадрилей. Пока туда спрятали, но с Кущевской еще как-то можно ходить в сторону Восточного фронта, но, допустим, работать по Запорожскому, особенно по Херсонскому фронту, с Кущевской очень далеко, да, даже для истребителей, тех же или бомбардировщиков типа Су-34. Им очень важно находиться именно в Крыму. Почему для нас очень важно освобождение сначала Крыма? Потому что как раз крымские военные объекты, они могут контролировать в радиусе 300 километров там и до Одессы, и Николаев, Херсон, Береслав, то есть и часть Запорожского фронта. Потому важно, конечно, их уничтожать. И россияне будут пытаться сейчас вернуть обратно. Ну, то есть они будут пытаться где-то на востоке Крыма. Там есть пара аэродромов, которые они могут запустить или развернуть и попытаться прикрыться, прикрывая и Керченский мост с одной стороны, да, вот на этом участке, и Керченский мост с одной стороны, и прикрывая и аэродромы. Там есть один аэродром, но они уже вряд ли его подымут, под Керчью Багерово. Мы в свое время туда свои Л-39 с Конотопа перебрасывали, когда ставили на вертушки, хорошо знаю эти все аэродромы, но он уже там полуразобранный, вряд ли запустят, хотя в качестве площадки под вертолеты могут использовать, потому нашим хлопцам, которые сейчас планируют эти задачи, надо этот аэродром найти на карте, там очень хорошая площадка, они точно могут его использовать в качестве аэродрома подскока под вертолеты. То есть оттуда вертушки могут ходить через Азовское море и по Запорожскому фронту. То есть будут сейчас укреплять именно Керчь. От Феодосии до Керчи, вот где-то так, будут укреплять, будут пытаться укрепить, но, естественно, прикрывая Керченский мост. Пане Романе, нагадаю, ми регулярно проводимо збір. Зараз збираємо для нічного бачення 45-ї артилерійської бригади. Давайте з вами, як завжди, зробимо так, аби наші хлопці та дівчата, наші герої, могли і вночі бачити ворога і нищити його. А зведення Генштабу кожного дня доводять, що вони роблять це успішно і тихо.
тисячами. Тому кожен з вас, скільки зможе, давайте закриємо цей збір. Дякую. Пане Романе, рухаємось далі по наших партнерах. Що відомо, Британія, Грант Шепс, міністр оборони, сказав, що до кінця травня вже надали нам 80 ракет для ППО, і в червні ще буде 20, загалом 100 ракет. Це дуже потужно. І також в Британії закликали знову ж таки Німеччину не зволікати і таки надати Україні ракети «Таурус». І загалом я не можу зрозуміти, пане Романе, все озброєння, будь-яке надається, і подібні ракети до «Таурусу», «Скелп», «Сторм Шедо», Франція, Британія надає. Ну, а Шольц взагалі став в позу і відмовляється надавати «Таурус». От давайте подождем виборів в Європарламент. От як вони пройдуть, коли зніметься определенна проблема політична внутрі, в тому числі Германії, там все-таки вони є, російські нефтедоллары возвращаются обратно в Германию, и есть определенные механизмы, которые давят и на Шольца в том числе. Потому, скорее всего, вот после выборов в Европарламент, после того, как они там рассядутся по насестам, как квочки, после этого уже можно будет сдать от Шольца принятие решений, тем более, что атакамцы уже однозначно пошли. Уже мы видим, как работают атакамцы, потому надо чуть подождать. А количество ракет вот сегодня... Дело в том, что у нас идет расход все равно ракет, даже на эти шахеды. Сегодня 27 шахедов ночью шло, все 27 сбили по всей территории Украины, но поднимались практически все механизмы. Противовоздушная оборона сработала очень хорошо, 100% уничтожения, но использовались и мобильные группы, и системы группы РЭБа, радиоэлектронной борьбы, пытались посадить. И зенитно-ракетные комплексы, и авиация работала. Мы за авиацию уже говорили. Скорее всего, нашли какие-то механизмы, как ночью искать, находить шахеды и уничтожать. Офицер боевого управления еще может летчика вывести на предполагаемый участок, где находится шахед, а дальше летчику приходится самому искать, а здесь надо прибор ночного видения, причем совмещенный с прицелом. Скорее всего, нашли какие-то механизмы, летный состав ночью тоже сбивает. Но и задействуются зенитно-ракетные комплексы, а значит, мы тратим и ракеты по шахедам в том числе. Вот это 100% уничтожения шахедов, это как раз за счет иногда даже перерасхода ракет, которые в 10 раз дороже самого шахеда. А стоят их не так много. Потому россияне будут использовать, это они производят их около 30 штук в сутки. У них довольно-таки серьезная сейчас система. Китайцы им напрямую отгружают эти запчасти подсолнуха 200, а это тот же шахет или та же герань. Это один и тот же беспилотник. И россияне в Татарстане их собирают. 30 штук в сутки собирают. То есть вот они примерно 30 шахедов в сутки будут отправлять. 27 мы сегодня перехватили. То есть перерасход ракет идет, и Британия, конечно, молодцы, они нам помогают. То есть сотня ракет поможет, по крайней мере. Но реально это, конечно, мало. То есть если считать о том, что ракеты еще используются, в том числе по шахедам. До речі, я так дивився, пане Романе, що наші мобільні групи, наше загалом ППО, останні три атаки шахедами, 100% результат, все збивається. Дело в том, что они идут по определенному, вот сейчас видно именно целеуказание у россиян по тем же шахедам, они практически все идут по энергообъектам, причем генерации, энергогенерации, газораспределение, то есть по газовым объектам, и по линиям электропередачи, то есть по ЛЭПам, даже по ним бьют, и ракетами в том числе пытаются положить ЛЭП, которые идут от атомных электростанций в те регионы, в которых до этого россияне уничтожили теплоэлектростанции. То есть мы сейчас за счет прямой поставки с атомных пытаемся насытить энергорынок, то есть перекрыть определенные сетевые потребности. Россияне это прекрасно понимают и бьют уже по линиям электропередач. Вот с помощью шахедов в том числе, потому примерно понимая их цели, по шахедам наша система противовоздушной обороны располагает рубежи перехвата одних, других или третьих механизмов. Пане Романе, і, до речі, Франція – наступна країна, в якій закликають, після Німеччини, до речі, ми з вами говорили, закликають дозволити використання французької зброї, а ми знаємо, вони достатньо нам продавали, від Цезарів і до іншого
обладнання. Так от, глава Комітету закордонних справ парламенту Франції Жан-Луї Бурланш закликає Париж зняти табу на удари Києва Франції французької зброї по території РФ. І що він каже? Що вже настав час і достатньо давати заборони. Тому що от саме зараз Україна має повне право захищати себе, а відповідно і бити по техніці і логістиці ворога на її території. Дело в том, что мы тоже проговаривали с вами этот вопрос. Россияне уже подтверждают работу хаммеров французских по Белгородской области, по российской территории, по военным объектам. Как раз в тылу вот этой группировки, которая пытается сейчас там на Волчанск двигаться. И двигаться-то им нечем, потому что хаммерами, хармами американскими, хаммерами французскими мы уничтожаем тылы противника. Потому, скорее всего, мы уже получили не то что разрешение, а сняли определенные ограничения, передав нам полноту принятия решений. Это правильно, при передаче вооружений, это называется на ваше усмотрение. Выполняйте задачи согласно определенных мировых устоев, а мы придерживаемся тех подписанных нами соглашений по использованию вооружений по военным объектам. Естественно, мы бьем по военным объектам. Поэтому, скорее всего, это разрешение мы уже получили. А дальше идет информационная подпитка для того, чтобы можно было такого рода разрешение уже озвучить, в том числе и в информационном потоке. Вот то, что мы сейчас слышим. Ну, так принято. При применении вооружений сначала выполнить поставку или выполнить удары, а потом это все озвучить. Потому, я думаю, этот вопрос уже решен. Причем и по американскому вооружению, может быть, не по всей номенклатуре, может быть, это я допускаю. Но, по крайней мере, по основным позициям, допустим, хармами мы уже точно работаем по территории Белгородчины. А исходя из тех видео, которые в свое время еще год назад, полтора года назад были в свободном доступе по уничтожению российских зенитно-ракетных комплексов и локаторов в Белгородчине, это были хармы, так это еще год и полтора года назад. Я думаю, по хармам вообще не было никаких предостережений изначально даже при их передаче. Пане Романе, дякую вам за це звернення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні 20 травня, понеділок, обов'язково коментуємо, ставимо лайки, підписуємось і ділимося нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24-го каналу.